как установить VPN для браузера, для того, чтобы входить, например, в Canva. Нажимаем на ссылочку, она будет в описании под этим видео. Дальше жмете «Установить», «Установить». Я в Яндекс браузер устанавливаю, можно в Chrome браузер. Идет проверка какое-то время. Ждем. Все, проверка прошла. Теперь у нас открывается просто страничка с каким-то предложением. Ну, нам она не важна. Вот у нас значок этого VPN расширения. Мы нажимаем на этот значок. Можете здесь почитать, что рассказано. Но сам факт, что вам нужно нажать на вот эту вот кнопочку. Когда вы нажмете на эту кнопку, вот написано кнопка подключения, то у вас включится VPN. Вот я нажала, меня на другую перебросила. Ага, все равно. Вот, закрыть надо. Закрыть инструкцию. И вот у нас кнопочка появляется. Нажимаю. И когда идет вот такой, она пульсирует, значит, вы подключены. Все, вот он совершенно бесплатный. Если вдруг вас будет куда-то там перебрасывать, здесь вверху будет стрелочка, вернетесь обратно. Вот так подключиться. Вы заходите, открываете, допустим, Canva. Заходите и работаете. После того, как поработали, если вам не нужен VPN, вы его можете отключить. То есть вот точно так сюда нажимаете на этот значок. Стрелочку. Видите, я минуту 50 секунд была VPN. Теперь отключаюсь. И все, защита отключена. Когда вам опять надо значок, вы точно так нажимаете, то есть VPN. Нажимаете на этот значок и подключаетесь. Все очень просто.